Головка прошла. Головка прошла. 3, 2, 1. Сдохни. Let's go, let's get it. На, по шапочке получили молодые. И сейчас хаешечка. Минус 2, давай. Да! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я буду повторять легендарные вак-моменты популярных ютуберов. Если вы не знаете, что такое вак-моменты, посмотрите прямо сейчас сюда. Мужики, а что такое? По тактике так. Второй тут, что? Чел, у него просто антисмок какой-то. Ну, я здесь и поняли. И перед тем, как вы напишете, что это плагиат, у стекила, пощены. Я у него спросил, говорю, братанчик, ты не против? Он говорит, Илюха, колдите, муха, конечно, снимай. Поэтому, пощены, все нормально. Ну что же, а мы пока что приступим к первому вак-моменту. Первый вак-момент будет ютубера ТикТака. Просто посмотрите на вот это. ТикТак вначале немножко настреливает в голову, после этого бросает хаишечку, и сейчас будет... И сейчас будет минус скилл. Вроде бы все изи, поэтому, ребята, погнали пробовать. Ну и, ребята, чтобы было гораздо веселее, вы понимаете, что если один чел, это будет слишком легко. Я взял сразу двоих. Ха-ха-ха. Ну что, погнали. ТикТак находится в этой позиции, потом делает вот так вот. После этого бросает хаишечку. И сейчас будет минус 2. Ладно, окей, давайте еще раз повторим. Камера, свет, мотор, поехали! Опа! Да ё-моё! Пацаны! Let's go, let's get it! На! По шапочке получили молодые. И сейчас хаешечка. Минус 2, давай! Да! Мы это сделали! Переходим к следующему вак-моменту! Ну а следующий вак-момент, угадайте, будет от кого? Конечно же от меня! Вообще просто следить, челюха. А в чем суть вак-момента? Я бегу. Ноузум даю, минус 1. Ноузум даю, минус 2. У меня у самого просто отлетела челюха. Посмотрите, что я сделал. Примерно это было года 2 назад. Поэтому я надеюсь, что сейчас у нас все выйдет повторить. Ну чего, ребятки, погнали! Ноузумчик, раз! Понял. Я пол, мужики. Немножечко, так сказать, не наш день. Ну, надеюсь, ща выйдет. Опа, ща! Да блин! Чел! Пацаны, ща все будет. Работают профессионалы. Не, это вообще Unreal. Как я это сделал? Я не понимаю, это full рандом был, походу. Как он выжил? Король ноузумов на проводе. Давай! Нет, я ж попал! Я попал! Фух, ладно. Но, ребята, делаем, когда не делали. Король ноузумов тут. Давай. Да! Да! Наконец-таки мы это сделали! Вы даже не представляете, сколько попыток мы на это потратили! Да! Да-да! Просто легендарный момент. Ну что же, а мы переходим к следующему вак. Моменту. Слушайте, ну следующий момент прям максимально прикольный, и это момент с Риком. Посмотрите, это очень сложный момент, но я вас уверяю, у нас все выйдет. Что же делает Рик? Рик берет М40, прыгает. Прыгает. Опа! Поставил маслину. После этого он прячется в ребра. Ставит вторую маслину. И после этого третью маслину. Вы думаете, у нас не выйдет? Поверьте мне, дорогушки мои. Сейчас все сделаем. Погнали. Слушай, ну это будет нереальный прикол, если у меня сейчас выйдет. Все почти в начале. Так, я прыгаю. Но это было бы слишком легко. Опа-па-па-па-па-па. О, забрал! Второго отсюда. Забрал! Но третьего, к сожалению, не забрал. Сделали. Так, теперь прячусь в ребра, выхожу как Рик и... Да! О май! Вот это красота. Ну это реально было сложно, но мы это сделали. Переходим к следующему вак-моменту. Да! А сейчас будет момент от Абалина! Это будет реально хардовый момент, но поверьте мне, мужики, работают профессионалы. Короче, смотрите, Абалин находится сверху на доме, и он просто в прыжке
ставит маслину, посмотрите на лицо Бовина, он просто в шоке. В прыжке, видели? Запомнили? То есть чел прыгает за ящиком, а я в прыжке в воздухе ставлю маслину. Я не знаю, это у меня выйдет или нет, но... Конечно же выйдет! Только вопрос, с какой попытки? Ну чё, пацаны, готовьтесь писать в комментариях, я полетел! Слушайте, ну мне кажется, это изи. Отвечаю вам, у меня черкачучка, это изи. Опа! Это было прям максимально близко, его Ник видел! Я, походу, понял, мне надо целиться немножко ниже, тогда будет попроще. Вот, то есть, вот так, смотрите, видите? Да! Ага! Я прохавал эту тему! С миллион первой попытки мы это сделали! Ау! Ну а следующий нереально жесткий момент, это момент Сайлиса. Я думаю, вы все знаете этого ютубера. Это когда он притворялся Ромой, Гризом и Вели вместе с Обовиным. Они снимали троллинг надо мной. То есть, смотрите, я вот такой, ничего не подозревая, поднимаюсь просто по ступенечкам. Просто по ступенечкам. Сайлис запрыгивает на ящик. И опа-на! Дает мне жесткий хит! Я до сих пор в шоке. Чек, просто чекайте. Это прям вот жестко. Ну, что же вам сказать? Естественно, мы все это повторим. Дубль номер один. То есть я беру нож, потом вот так. Ё-моё, я даже запрыгнуть сюда не могу. Сайлис, ты как это сделал? Не, это прям вот жестко. Боже, то есть вначале с ножом, потом вот так. Ё-моё. Или сразу с авапой. Не, это хард. Это реально хард. О, все, я понял как. Все, почти, погнали. Раз, два, три. Слушай, ну если я дал бы килл, было бы красиво, но нет. Опа! Ой-ой-ой, вот это было близко, ты видел? Погнали, братик! Раз, два, три! Вот это прям было максимально близко! Раз, два, три! Ой, жестко, это было близко. Еще раз. Раз, два, три! Блин! Ну это, конечно, не ваг момент Сайлис, но тоже красиво. Погнали, брат, погнали. Раз, два, три! Давайте еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, чего вы все время такой ход вдаль несет? Надо пробовать влево отталкиваться. Три. Вот это прям момент Сайлиса был бы. Все, я понял, как его делать. Один, два, три. Да! О, прыжок, прострел, норзум. Как же это жестко! Я уж думал, у вас это не выйдет. Вроде бы все изи, ну попробуйте сами. Мы потратили более 20 минут на вот этот момент. Вот этот вот! Но мы это сделали. С вас лайк, подписка. Погнали! Следующий момент будет очень интересный. Это легендарный момент. Опять-таки, Обовина. Он дал клатч 1 в 5. Посмотрите на вот это вот. Просто легендарно. Вначале раз маслину дает. Два, два, два. Ой-ой, потом его накоцали, три, разворачивается, четыре и дает пять. Но самое интересное, чтобы все это не было, как будто против меня играют боты. Типы тоже будут по мне стрелять, поэтому, пацаны, это будет не так-то и просто. Ой, ребятки, ребятки, это будет очень интересно, потому что я сказал, что пацаны играли на всю силу. Где же я беру мои дорогие скины? Ребят, ответ крайне прост. Хочешь на полдроп, залетай на полдроп. Хочешь, брат, вот так вот ставить киллы 740, легендарные вак моменты, тоже залетай на полдроп. Тем более, там добавили новые кассики, там добавили контракты. Ну и самое главное, дорогулечки, ты моя. Хочешь халявный подарочек? Прям сейчас на моей башкой ты видишь секретное слово. Ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Так, один килл дал, блин, ребят, что-то пошло не по плану, отвечаю вам! А-ха-ха! Не, пацаны, я не знаю, как это дал Бовин, но, походу, против него были не бронзы. Ой, походу, против него были бронзы. Попыточка номер два! Блин. Блин! Блин! Фух, ребята, все пишем вак! О-о-о, погнали! Нормально, найсик, найсик! Ох, идеально, 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 сейчас должно все выйти. И тут на развороте мочи... Да блин, Дэвид, это почти вышло, почти идеально было. Так, пацаны, я уже вроде приловчился, поэтому сейчас должно выйти. Погнали, 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 погнали. Опа, первый мастер стоит. Найсик, найсик, найсик. Найсик. Так, и сейчас на развороте я делаю минус 2. Вот так на развороте разворачиваюсь. И делаю минус 2. Жестко. Нет.
Слушай, ну это, кажется, не совсем как сделал Абовин. Ну, пацаны, да? Давайте зачтем. Реально, давайте зачтем, потому что у нас уже было более 8 попыток. Это реально сложно! Потому что, Ким, этот момент мы тоже выполнили. Следующий момент очень интересный. Опять-таки, извиняюсь за качество, пацаны, потому что, к сожалению, очень тяжело найти такие хорошие вак-моменты. Смотрим. То есть, скилл, это скилл, ютубер, он бежит, перезаряжается и просто в моменте прыгает. Два патрона и минус щел. Давайте попробуем сделать точно так же. Что, ребят, я уже нахожусь в этом месте. А прикиньте, если выйдет с первого раза. У меня просто бы челюха слетела. Опять-таки, я вот чуть-чуть настреляю. И вот прям сейчас точно так же, как и он, буквально с двух патронов попробую поставить маслину. Перезаряжаюсь, так бегаю. Прикиньте, выйдет с первого раза. Я понял. Повторяем. Опять-таки, перезарядочка. Попыточка номер два. Прыжки. Я попал! Но я не замочил, потому что надо поставить именно хедшот. Пацаны, сейчас выйдет, отвечаю вам. Поехали. Ай-яй-яй. Попытка миллион один, погнали. Да! Да! Врываемся, мужики, врываемся в плен! Вау! Имбулечка! Вот это имба! Красиво-то как было, пацаны! Слушай, ну это такой был коротенький вак-момент, а мы переходим к следующему вак-моменту! Ну а следующий вак-момент будет от Глорика! Я думаю, все его знаете, это типуля неплохо играет, посмотрите, что же он творит! Что он творит, смотрите! Вот сейчас, сейчас он просто, смотрите, оп, раз хит поставил, два хит поставил в прыжке. Это просто нечто нереальное. Но, что вам сказать? Конечно же мы это сделаем. Ну что ж, погнали. То есть я вот так и делаю пару прыжочечков. Потом так на Нубалима вылетаю. На! Ого, с первого раза попал. Просто мне это интересно. Просто вот вопрос к разработчикам. По идее, я его должен был слить. Как он выжил, если у него видно только плечи и голову? Ног даже не видно. Как? Ах, ладно, все. Поехали дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа! Салам алейкум, братанчик. Ай, блин, немножко я заступил. Давайте заново. И раз, и два, и три. Дал. И на прыжке. Ай, опять не вышло. Слушайте, ну это очень тяжело прыжки дотил. Но мы попробуем. Опа, здорово, братик. Ой, на опыте. Здорово, братик. И прыжочки, красиво. Не, опять не вышло. Ща по-любому выйдет. По-любому выходит. Твою мать. Изи, гадочка, чекайте. Опа, сюда. Здорово, малый. Да! Да! Ноуздум! Мы это сделали! Я не верю моим глазам! Чтобы понимали, это, наверное, был один из самых сложных вак-моментов, потому что он у нас не получался, ну, прям, овер, много времени! Но мы его сделали. Ну что, ребятки, смотрим очередной вак-момент, ну, у Тик-Така его коронный. Вы же сейчас поймете, о чем идет речь. Погнали чекать. То есть Тик-Так просто прыгает. Прыгает 740. Ой-ой-ой. Так. Так. Чел по нему бросает флешку. Тик-так в прыжке. Ой. Попадает в прыжке по челу 740. И после этого бросает хаешку. 3, 2, 1, 0. И замочил его. Вот нам надо сделать точно так же. Это прям очень крутой момент. Это коронный момент Тик-така. И у нас все выйдет. Погнали. Прилетает флешечка. Я ставлю ноу-зум. Но я его не ставлю. Ладно, пробуем еще раз. Прилетела флешечка. Ставлю ноу-зум. Ха, не-не. Попал! Бросай конечечку! Ну! Твою налево, как он выжил! Конечка прям же в него прилетела! Найс! Попал! И... 3, 2, 1, 0! Да! Мы это сделали! Оу-май! Братва, ну что же, леди и джентльмены, если вам понравилась подобная рубрика прямо в эту секунду, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Рубрику нагло позаимствовал у моего братика из Такила. Он, кстати, прямо сейчас тут, а? Братик, ты же не против, что я тебе взял рубрику? Братик, все нормально. Ха-ха-ха, потом, братва, все нормально. Со лайк, подписка, всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.